Всем здравствуйте, это Ирина Город, Санкт-Петербург, я на Будапешской 53. Вот такие наушники. Есть красные, есть зеленые, есть черные. Такие свечки, набор праздничных свечей с подставками, 6 штук. Смотрите, какие миленькие, да? Такие свечечки. Смотрите, бумага для упаковки. Здесь вот мороженка изображена. Так, что там еще у нас интересного? Так, вот такая упаковочная. Вот. А, это уже показала. Так, это у нас что? Что? Что же я все время беру? И я же ее уже показывала. Вот. Вот. Что-то там зелененькое. Вот. Такая. Тоже уже показывала. Вот эти вот такие вот гранаты, которые 77 рублей стоят, здесь тоже продаются. Вот эти вот горшочки, смотрите, вот такие симпатичные, мне кажется, симпатичные. Здесь тоже есть 77 рублей. Вот такие звездочки. Вон они, это звездочки маленькие. Сиреневые, синие и красные. Такие. Смотрите, появилась так тонирующие маски для волос. Это вот пепельный. Это вот каштановый. Так, золотистый и перламутровый. Вот самое интересное, перламутровый. Это как он на волосах, перламутровый. Все, по-моему, Анна, это что-то там еще. Да, жемчужный. Офигеть. Вот такие. Сколько они стоят? Сколько? Краска. Не написано. Но и на упаковке тоже ничего не написано. Так, где у нас состав? Еще такой шампунь. Смотрите. Грейпфрут и мята. Тут, смотрите, это шампунь, бальзам для волос. Ой, как пахнет дыней. Это вообще-то что-то для всех типов волос. Очень вкусно пахнет. Здесь также этот крем есть для лица. Вот. Омолаживающий зеленый. А это от сухости. Смотрите, здесь еще такая щетка для автомобильных колес. 77 рублей. Помимо вот такой вот, да, которую я уже показывала. Так, вот такой. И вот такой. То есть, оказывается, их три вида, не два, как в том магазине. Ну, может быть, я там не нарылась. Также здесь есть вот эта вот, которая шторка от солнышка. Вот. Смотрите, чудная книжка. Мой Дадор называется. Вот. А сейчас. О, какая прелесть. Вот. Такие книжечки. Смотрите, вот такой коврик за 99 рублей, 60 на 40 сантиметров, настольный коврик. Защитит поверхность стола, легко мыть проточной водой. Вот такой вот. То есть они еще разные дизайна. Так. Угу. У нас тут
такой вот. И вот интересно. Интересно. Вот такие носочки, сердечко. Голубенькие. И вот такой вот молочного цвета. Вот. Зовой. Вот такой еще расцветки футляр. Что-то мне загорелось, мне захотелось этот футляр взять, дочке. Такой, смотрите, здесь еще вот, то, что я показывала, кисонька. Обложка органайзер. Надо? Надо. Кисюндрик. Здесь тоже есть шляпа, панама. Вот. Смотрите, вот такой коврик за 77 рублей, 40 на 60 сантиметров. Вот, материальчатый. Плотный такой, смотрите, вот. А, еще есть коричневого цвета. Сейчас мы достанем. Вот такой вот. Какие-то башмаки. Ой, что же это, босоножки, боже мой. Какой капец. Ну, понятно, это обувь ненадолго. И натирать будет, потому что здесь вот, видите, какой проходит он шов. Прям вообще. Вот. И вот такие тапочки тоже. Смотрите, чудные шапочки для деточек. Маленькие детские шапочки 50 рублей стоят. Вот с бантиком желтеньким. Желтенькая. Вот с таким розовым бантиком шапочка. Ну, такие вообще чудные, да? Типа зайчиком он. Вообще. Вот. Это 99 рублей шапка. Ну, наверное, двухсторонняя. Вот. О, кепочка джинсовая. Колготочки 40 ден, беленькие для девочек. Смотрите, ящик складной. Вот. Надеюсь. Вот такой. Смотрите, какая корзинка появилась. 99 рублей. А вот эти без крышек, да? Без крышек, да. С ручками. Здесь как также есть вот эти вот по 99 рублей. Только. Они здесь в пакете. Понимаете, вот. Ну, здесь, конечно, навалено вообще бардак. Ну вот они красные. Да, до туда фиг доберешься. Вот. Ну, главное есть. Такой 99 рублей, 23 сантиметра диаметр. Вот. Смотрите, появились новые конфеты графика. Здесь орешки и изюм, как я понимаю. Вот. Нет, я решила отказаться от конфет, от всего сладкого. Постараюсь постепенно отказаться от печенья. Вот. Здесь также есть вот эти конфетки. Нуга, которая в печенюшке. Также и контейнеры вот эти вот по 99 рублей, которые показывала. Тоже есть здесь. Вот, вот они. Такие вот на 1,4 литра. А, на 1,75 литра. Хм. Там, значит, были на 1,4 литра за 77. По-моему, так. Это литр 70.